Добрый день, уважаемые садоводы! С вами сад Хризантем. Смотрим, что у нас получилось. Астродисканция прошло 5 дней. Вот все черенки, которые я ранее снимала. Хочу показать, что с ними сейчас в воде. Так, вот выставлю. Смотрите. Вот тут вот образовались и воздушные корни. Вот поближе чуть-чуть поставлю. Видите, по стволику, и внизу все корешочки есть. Маленькие, но это холодно сейчас у нас. Зима на дворе, снег лежит, мороз. Они у меня просто стоят на окошке. Без досветки и дополнительного тепла. Тут пока вообще никаких корней нету. Но это не традисканция, она дольше будет укореняться. Вот такая вот широкообразная. Вот смотрите, какие корешочки хорошие пошли. Водички у меня мало, совсем чуть-чуть, на капелька там вот на донышке. Я как оставила и больше не добавляла, не убирала. Что есть, то и есть. Вот это вот традисканция, она немножко сложнее укореняется, но все равно видно, вот она уже, вот колиус набрана, да, что она вот-вот даст корешочки. Есть, которые очень легко и очень просто укореняются. А есть, которые немножко только дома. В плане того, что им нужно больше тепла, больше солнышка, света. Да? По весне традисканция вообще за 3 дня дает корешочки. Вот смотрите уже какие. Это 5-6 день, да, получается? 5-й день. Красиво. Вот это красиво очень. Как видите, результат практически есть на всех черенках. Где-то больше, где-то меньше. Это, кстати, бегония весен цветущая. Я тоже показывала, как ее укоренять в земле. Но вот видите, в водичке она тоже дала очень хорошие корешочки. Результат есть. Причем череночки очень маленькие. Темно-бордовая. Смотрите, какие у нее корни. Она сама по себе мощный куст. Цветет обильно. Не цветет, а листвой зарастает обильно. Свисающие такие ветви получаются до полуметра. Мощные листья такие. Вот другой горшочек, тоже цветной. Посмотрим здесь. Тут их побольше. О, смотрите. Если в том горшочке мало дали корешков, то в этом прям вот еще и даже на воздухе плотничком стоит. Видите, какие корешочки получились. Вон прям корни. Высаживаться надо, чтобы она набрала массу. Уже пора ее высаживать. Водичку вот эту не выкидываем, не выливаем. Мы ее также можем полить растение, которое у вас на окошке стоит. Дополнительный стимулятор. И вот этот вот. Вот получается, вот этот сорт сложнее всех укореняется. И в данный момент вот в этом стаканчике вот такая же, как это, но почему-то не дала. Может быть, это больше тепла досталось, а ближе к батарее стояла, это ближе к окошку. Очень много факторов влияет на укоренение. Тепло, солнышко. Но вот это вообще совсем не дало еще корешков. Но даст. Все, обзор закончен. Всем хорошего укоренения.